вечер. Мы, участники митинга, граждане Российской Федерации, выражаем категорическое несогласие с действиями правительства Российской Федерации, направленные на повышение пенсионного возраста. Считаем, что такое непродуманное, экономически необоснованное решение, не учитывающее интересы народа, повлечет за собой ухудшение положения наемных работников всех возрастных категорий, рост социальной напряженности в обществе, разочарование и недовольство властью. В стране до сих пор не созданы условия для экономического роста, не обеспечен достойный уровень реальной заработной платы, не решены проблемы теневой занятости, остается низким уровень медицинского и социального обеспечения граждан. Качество жизни россиян ухудшается. Мы требуем от Государственной Думы и Совета Федерации не принимать законопроект, направленный на повышение пенсионного возраста. Мы обращаемся к главе государства, гаранту Конституции, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, наложить вето на данный законопроект в случае его принятия, как нецелесообразный, несвоевременный и способный окончательно разделить власть и народ. Спасибо.